что, сегодня у нас седьмой выпуск по форс дропу И сегодня будет видно, финальный этот выпуск по форс дропу или нет. Сегодня сайт меня пошлет или я пошлю сайт. Ну, кто-то кого-то сегодня точно пошлет. Ну, надеюсь, что хотя бы и нет. Хотя бы и нет. Как обычно, закинул на баланс 250 с промокодом от подписчика на 30%. Столько сейчас есть денежек. По-моему, у меня доступно колесо, да? Я таки не помню, вчера вращал. Крутанул я его вчера, не крутанул хер его знает, хер... А, да, я вчера круто, ну, опять дисконт на 30%. Что ты со мной делаешь, Кейс? Что ты со мной делаешь? Это просто что-то невероятное. Получаем. То есть у меня в итоге сейчас есть три дисконта на открытие кейсов. Вот. Вот, вот. Не хочешь, да, ты меня, падла, отпускать? Я круто, ну, по-моему, вчера кейс на видос, и вот здесь... 30 токенов упал или что это или когда я крутанул не помню когда это упало в общем уже не суть, хрен с ним. В общем пошли мы в Холли Кейс, да, ребят напоминаю, уже близится розыгрыш, в это воскресенье у нас будем разыгрывать три скина, вот они, они кейсики, там будем разыгрывать три скинчика. Условия конк розыгрыша у нас под, в описании под видео от вас требуется аккаунт открытый. При выполнении условий от вас требуется открытый аккаунт, чтобы в случае выигрыша вы без выигрыша, соответственно, и не остались. А, я же вчера, у меня интернет завис, да, я не записал там, не посо... ну, что там у меня произошло. У меня в итоге, давайте залетим, сейчас я покажу, что там, что там осталось. Что там осталось. В итоге вчера интернет каким-то образом разла... прор... отлагался. Вот, и у меня, короче, вот там что это вот осталось. Ну, вот как бы все вот это вот есть, да. Вчера, по-моему, один скинчик у меня вот этот вот скрафтился. Хер его, или что там с ним, не помню. В общем, вот этот, по-моему, скрафтился. А эти остались. Ну, сейчас пока я в контракты их закидывать не буду. Уже покрутим там, посмотрим. И что там дальше будет. Ох, сайт, сайт, сайт. У меня тут просто мыслишка родилась. Или родилась. Короче, в голове созрела. У меня же там на аккаунте есть 5 кейсов которые мне там вы... Это было, блядь... Ху! А, 5 кейсов, короче, которые выпадали там при API уровня в CSGO, там вся вот эта вот фигня. И есть два ключа для кейса Горизонт. Я вот думаю, может быть, там откроем. Может быть, там открыть просто и посмотреть, что выпадет. Потому что, в принципе там может тоже какой-то сочный дроп выпасть. Ну, это, если я сейчас вот посылаю вот этот вот, вот этот вот сайт, и в воскресенье, там, перед тем, как мы там розыгрыш проведем, думаю, покрутить там, тогда пооткрывать кейсики, может, там что-то будет. О, подожди, 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 ты разогнался, разогнался. Этот я хочу продать, и вот этот я хочу продать. Че? А, опять от косаря, да? Да пошел ты нахер, понял? От косаря ты мне это... Там что-то по это предлагаешь. Ты мне дай лучше. Нет, спасибо, иди нахер. Вот ножик вот этот дай, который пролетает уже. Вот там это вот тяни, 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 тяни. сволочь. Сволочь. Ничего не скажешь. Просто сволочь. Подожди, сегодня седьмой выпуск. Я-то надеялся, что мы уже где-то в седьмом выпуске сделаем. Да что? Слушай, ну сегодня он меня вообще прям как этот. Прям как этот. Как хочет троллит. Видали, там просто вот прям. Но вообще 7 это число счастливое. То есть 7, счастье, счастье, да. Оно же с буквы С начинается. Поэтому может быть сегодня что-то под занавес там и бахнется там, да. Хотя если мне что-то бахнется, я же. Я же с него не уйду. Я буду дальше на нем этого. Крутить там, да? Ну, вот смотри, вот это вот как вот это вот на называется? Смотри-ка, еще что-то. Сайт, ты что ты творишь? Второй скин дороже 40 рублей? Йоп, твою мать, что происходит? Я что-то в это, в осадок выпадаю. То есть ты меня что, там, 6 выпусков, ты меня... Можно сказать, дрочил, да? А сейчас ты хочешь мне. Хочешь меня порадовать, наградить? Вы получили бонус за повышение ранга. Сука, да у меня тут это Сильвер уже выше, чем в Counter-Strike. твою мать, да? Ну, такое-то, типа. Какое у тебя ну, звание там, да, ты такой? Я тут глобал какой там, да. Вот они, глобалы и На открытии кейсов бустятся, потом на уши людям приседают, что типа они там глобалы. Не, слушай, ну сегодня как бы да, ну вы видите, да, то есть он прям, он так хорошечно насыпает. Он так неплохонько, в принципе, там что-то выдает, поддает там, да. Смотри, опять демонтаж, да, то есть за 36 рублев. Слушай, ну, как бы это нормас. Прям вообще нормас там, да, он что-то сегодня. Может, сегодня там что переклинило у админов? Вот это а вот прощальный оскал. А, а спорим, форс-дроп, что тебе слабо мне выдать прощальный оскал? Вот давай поспорим. Только такой, ну, типа сайт там, типа, на что поспорим там, да, говорит. Давай на твой баланс поспорим, что я тебе, говорит, там это, хер выдам там, да. Так я уже тут 6 дней баланс оставляю, и ты особо-то ничего там не даешь. Вот, ты меня прям заставляешь уйти от тебя. Уйти просто в неизвестном направлении, потому что я еще не определился, на какой сайт идти дальше. Но ты ведешь себя просто непорядочно. Ты себя ведешь, форс-дроп, просто непорядочно. Ломаешься, как девочка. Уже мог бы там давно ножик один там дать там. Вот этот а скал кровавый мог дать. Че ты мне все демонтаж этот суешь? А? Вот что ты мне все суешь, этот демонтаж? Сука, тут на них демонтажах уже можно было контракт сделать. Не, ну хоть что-то там, да? Ну тут всякая фиговина. Фиговина. Всякая падает давай какой-нибудь там фиолетовый. Ну, можно керамбит. То есть я, понимаешь, я не огорчусь. То есть дашь керамбит, я вообще не огорчусь. Вообще. От слова совсем, понимаешь? Но если что-то кроме керамбита дашь, там... Я, я, Стой, 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 пожалуйста, блядь! Ой, я сорян, там заматы, да? Как бы редко так матерюсь, да? То есть просто вот здесь вот так вот... Слушайте, у меня уже засёдил, наверное, какой? третий раз вот так вот он меня падла это делает. Вот прямо вот так вот такой -тук, тук 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 проводит и все, да, то есть там это админ там наверное, наржет сидит там думает, о, сейчас это чувака тут патрулю, патрулю чувака, о, как сколько ножиков, мраморный градиент, охренеть, охренеть. Слушай, Форст что ты мне мозг-то это полоскаешь сегодня? Ты мне дай скинов-то. Сколько, а сколько у меня вообще сейчас этих? 60 там рублевых или какие там скольки рублевых? Падла, вот почти в каждой прокрутке, то есть что-то там выглядывает. Ножичек какой-то там перед носом там. Вот, давай, тянись, тянись, тянись тени. Эх, 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 эх. Так, полтосик, смотри-ка. По полтосик там карамельная какая-то балда там выпала. Полтосик это двойной окупки трех открую, открытие ну, как бы такие окуп, да, то есть на бичевском кейсе там еще окупыш какие-то считать. Это понятно, там ты кейс, когда за 14 кассов открываешь, там он на живой, там за пятнашку он, и окуп у тебя, вот это окуп, а тут-то что, блядь, 8 рублей я купил такой, а, счастливый, все, разбогател, бизнес попер в гору, я олигарх, пора искать, куда бабки вкладывать, да, то есть инвестировать, Так, а я же. А, я крутанул у тебя колесико. Ну, что ты? Чем порадуешь? Хрен порадуешь там, чем, да? Хрен чем порадуешь. Вот, у меня, в общем, что идея-то какая? Что я про кейсы -то заговорил? То есть я в воскресенье перед розыгрышем хочу, наверное, все-таки. Я пооткрываю те кейсики. Посмотрю, там, что с них. То есть, два ключа у меня есть на горизонт. Надо два горизонта будет до да? И еще ключики там покупать, посмотреть. То есть планирую там 7 кейсов там открыть, потом розыгрыш проведем. Ну и посмотрим, соответственно. Так, 105. Ну пора уже это скины оставлять для контракта дешевого, да? Ну, давай оставлять будем для дешевого контракта смотреть, что там выпадет. О, кому-то толпа разъяренная, да? Откуда выпало-то? С Калашникового кейса. Выпала толпа разъяренная. Пробуем еще давай. Холи, холи, холи. Ну и хули ты кейс. Холи. Ну и холи ты кейс вообще, да? Вообще не холи. Тут что-то это, да? Ты вообще не холи. Холи. Святой еще. Херта там. Херта там ты святой. Ну, как бы вот, понимаешь, за, за 7 дней открытий, Сейчас надо там, сколько кейсов, ну, открыли мы там, да? Вот сколько мы там открыли кейсов. То есть мне не выпало, то есть ни одного э, скина. Пробуем еще, нет, мы не пробуем еще, мы идем в контракты. Так, мы тогда действуем по той же схеме. Сперва самая дешмань. Вот она, она, рубль, рубля. Блин, я надеюсь, сегодня мне интернет меня не подведет. Не отрубится там, да, в самый подходящий ответственный момент. Так, потом мы закидываем вот это, вот это. То есть мы как бы от дешманского идем контракта к, к более дорогому. А, все, 10. Смотри. Мы олигархи, ребята. 22 рубля карафтим. За пятерочку может выпасть, а может и подороже. Ну и за, за пятерочку. Да кто бы сомневался там, да? Кто бы сомневался? кто бы сомневался? Вот вы сомневались? Я вот лично вообще не сомневался. Вообще не сомневался. То есть не это. Ни грамулечки, ни секундочки. Так, сколько? Пока 15.73. Еще можно закинуть 6 А сколько у меня предметов осталось? Раз, два, три, четыре. Так, 5 осталось. И теперь что мы? А, так, подожди. 22, 17, 31. И... А, а, а вот, эти, вот эти у меня идут. Подожди, а добавить, добавить и добавить. Вот эти же они у меня идут на этот. И ты добавляйся. А, я тебя не могу добавить. О, смотри, смотри, контракт на 107 рублей. Теперь мы подъем идем в гору. Теперь у нас контракт на 107 рублей. Так, я тут ничего за 40 не закинул. Нет, ну давай смотрим. Перекрестили буква Х. Холли Кейс и... Ну, то есть он... Но ну, он тебе говорит, я, говорит, какой же я Холли, говорит, я очень херовый Холли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И он говорит, я, говорит, очень херовый Холли, Холли. Так, вот эту я... Подожди, сколько там? Вот это мы... А, ты это... Не, мне надо тебя продать. Мне тебя надо продать. Продать надо, продать. Так, доступные. Так, вот этот мы продаем. Окей. Okay. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот с этим у нас 10. А вот с этим 11. Но он. Слушайте, 24 рубаса. Как раз у меня хватает на 3 три, на три открытия. Давай нем посмотрим. Что там это будет там, да? Что там будет? Ну, понятно, что там. Балабасы. По губам, гармошкой там те, да, там. Ничего не будет. Как бы. Верить в то, что что-то будет Вот Вот так, 6, все, давай Залетаем, короче, в контракты Делаем, короче, самый дорогой контракт Который вообще, то есть на форс-дропе То есть на все бабки, то есть вот хотя 5-7, об, об, Нет дела, да, то есть мне это нахер не надо Ваше обезьяне за 500, смотрите Закидываем 545, то есть Либо 136, либо на 2 косаря что-то Можно будет выбить, вот и посмотрим Вот сейчас как раз у нас решающий момент Холи или хули но в любом случае, то есть ха, мы крестим и смотрим. Сука, глаза закрыл. Минута молчания. А, минута молчания. Пробовать еще. Так, со 100, 500. Короче, давай, мы тебя выведем. Мы тебя выведем. Потому что. Потому что. А у меня тут рассылка то вообще есть? Нет. Что ты тут мне напишешь? Я тебя выведу. Потому что сайт ты меня задолбал. То есть э, покупка успешна. Ждем передачи предмета. Сайт, реально, ты меня просто задолбал. Все. Сегодня официально сайт. Ты послан. То есть, я форс-дроп, я тебя посылаю, потому что, э, может быть, 660 кейсов. Смотрите 660 кейсов там открыто, там было, получается. И не хера. Вот и все, понимаете, не хера. Все, ребят, в общем, завтра я сейчас буду думать, думать, что бы пооткрывать. Хотя мне там ребята писали бы, давай на Изике проверим эти... Какие они там с наклейками кейсов, наклеечный кейс проверить. Там да. Списали там, давай проверим, там какой-то армейский какой-то кейс. Там да. В общем, что-то мы завтра точно будем проверять. Но это уже будет не форс-дроп. Потому что за 7, 7 выпусков мне в принципе хватило понять, что это. Вообще какая-то лажа. Может быть, это только в моем плане лажа там, да? Вот, может быть, у вас история с форс-дропом а, совсем другая. Вот у меня, по крайней мере, с ним вот такая вот история. Пока что, вот я тут Сильвера 4 апнул на нем, да? И все. Пока что у меня с ним вот такая история. И как бы продолжать я ее не хочу. Ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Участвуйте обязательно в воскресном розыгрыше скинов. Вот, Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. До новых встреч.